73-летний Михаил Боярский редко бывает в Москве. Он приехал в столицу только ради концерта, посвященного памяти его близкого друга, композитора и поэта Виктора Резникова, чьи песни «Дворик», «Льдинка», «Спасибо, родная» и многие другие до сих пор у всех на слуху. Боярский не скрывает, ему все тяжелее выходить на сцену. Перед журналистами актер храбрится, но всего за несколько минут до интервью народного артиста качает из стороны в сторону, он задыхается и хватает ртом воздух. А ведь знаменитый Д'Артаньян еще и курит одну сигарету за другой. Здоровье Михаила Боярского сильно подкосил коронавирус, которым актер переболел еще полтора года назад. Вы много работаете, Михаил Сергеевич? Уже немного, слава богу, нет. Срок годности истек, поэтому нужно давать дорогу тем, кто умеет делать профессионально. Только об одном сожалеет Боярский, что жена Лариса Лупиан родила ему всего двоих детей. Потому что уж больно с ними хорошо. Могло быть и больше. Но теперь уже поздно об этом думать. Репродуктивный возраст прошел. Теперь цель стать прадедушкой? Цели нет передо мной. Сердце пусто, празден ум и томит меня тоской. Хорошо быть здоровым, чтобы не обременять никого.